Да. Одного, кстати, даже наш токарь, скажем так, знакомый товарищ, ему, короче, вырезали одну почку, понял, осколком, ну, отпустили домой. Ну, как домой. Дома просидел месяца два, позвонили, опять забрали с одной почкой. Ну, он, как тебе сказать, смотри, почки у него по факту нету. По бумагам это нигде не проходит. И вот, то есть, да, ну, где-то на поле боя подбило, почку вырезали, отпустили домой, отлежаться и все. Ну, надо было. Я ему тоже сказал, что он дебил, пока дома сидел. Нету ничего вообще. То есть ничего не было. Что делал? Операцию вообще неизвестно. Вырезали почку, если на латы, отвезли потом отлеживаться в Донецк. Ну, короче, до конца не я. Да.